Всем привет! Мы ведем репортаж из центра Англии, с арены Гудисон Парк в Ливерпуле. Мы – это Георгий Черданцев и Константин Генич. Два часа футбола высшего качества. Вашему вниманию. Есть шанс выйти вперед! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Хороший момент! Великолепный гол! Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядение. 5 минут прошло, и счет открыт. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Душ Сантуш Авейру. Момент для удара! Относительно легкий мяч для вратаря. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Выбиваут, правильно! Морган Шнедерленд. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Забирает мяч голкипер. Морган Шнайдерлин. Шнайдерлин. Тут может что-то получиться. Мемфис Депай. Удар, и над перекладиной мяч пролетает. Шнедерле. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Момент! Забивай! Добивается успеха Манчестер Юнайтед. Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивления со стороны соперника. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Ушел мяч за боковую, Манчестер Юнайтед вбрасывает. Харри Кейн. Одиннадцатиметровый, без вопросов. И это пенальти, и это шанс увеличить разрыв в счете, это шанс выиграть матч. Да, такой фол под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. Он обязан был забивать пенальти, он и забил. Тут все сделано как надо. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. 3-0, это уже серьезно. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар Кейна! У нас угловой. Вратарь первый на мяче. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Отличный удар. Судья назначил угловой. Голкипер отбивает мяч.
Все верно, пора сместить. Красиво сыграл вратарь. Душ Сантуш Авейру. Какой удар! Пикей! Защита надежно играет, мяч отобран. Потерял он мяч, но кому он достанется? Штрафной ставит судья. Судья добавляет 3 минуты. Марко Верати. Манчестер идет вперед. Он с мячом и продолжает. Вот это удар! Манчестер отправляет мяч в сетку. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. 4 безответных мяча забито в этом матче. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Обамеян. Арбитр фиксирует игру рукой. Пока неплохо. Шнедерле. Душ Сантуш Авейру. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Манчестер в атаке. Атака остановлена, но кто получит мяч? Дембеле. Деулофео. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Потеря. Все, в оборону. Тут может что-то получиться. Мемфис Депай. Великолепный пас. Партнеры поддержат. Решил пробить. Получает мяч на ходу. Удар по воротам. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Душ Сантуш Авейру. Харри Кейн. Это может быть опасно. Есть хороший адрес для передачи. Удар! И что это? Гол! Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 5-0. Куражится команда как может. Посмотрим за этой атакой. От ворот будет мяч в игру. Substitution for Manchester United coming off the pitch. Number 28. Morgan Sanara. Coming on. Плохо сыграно, мяч потерян. Это может быть опасно. Джеймс Маккарти. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить.
И как опасно пробил. Да ну, это совсем никуда не годится. Впереди еще 10 минут. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замена у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Отлично сыграно, надо решать. Мемфис Депай. Опасный удар головой, и рядом со штангой пролетает мяч. Это может быть опасная атака. Навес. Вратарь решил отбить мяч. Удар. Надо забивать, и гол! Новый человек на поле наглядно демонстрирует, что появился он на поле не просто так. Ну, здесь налицо ошибка голкипера. Не сумел он удержать мяч в руках и сразу за это поплатился. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась, но гол есть гол. 3 минуты будет добавлено. Деулофеу. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасная передача. Отличный удар. Ну и исполнил. Повеселил публику и соперника. А вот самому ему сейчас не до смеха. Да, форварду в этом эпизоде просто не хватило хладнокровия довести начатое до логического завершения. Ну вот, вратарь спасает, но...